Сегодня второй день после Юлиной операции. У Юли температура поднялась, давление в норме. Капают какие-то препараты. Также идет моча. Сейчас ей вкололи какое-то обезболивающее, сильные боли. Сильные боли, Юля приснула. Все хорошо. Сейчас она проснется, расскажет, как она себя чувствует и что она чувствовала. Так как у Юльки нет сил рассказывать, я вам расскажу. Значит, сегодня у нее ночью открылось кровотечение. То есть из икров шла в катетер и заливала еще с раны. На утро пришел хирург, на живую это подтянули, зашивали. Очень больно. Колят обезболивающее, но пока эффекта мало, буквально на полчаса становится легче. Опять больно, больно, но нормально, температура не спадает. Вот. Вчера не было температуры, но сегодня вот наступила. Юлечка не может рассказать, поэтому за корреспондента надзвичайных новин, которые происходят в больнице, сегодня я. Юль, за тебя переживают, тебе передай привет. А? Привет, скажи. Ну, так, ждем. Так, ну, все лекарства, которые приписывают. Юля, конечно, мы просили сегодня более что-то эффективное. Дайте, ну, скажите, что купим. Сказали, нет. Все, что доктор прописал, только это. Значит, кушать ей. Сначала вчера сказали, что можно сегодня. Сегодня запретили категорически кушать. И воду не пить, ничего. То есть Юля сегодня ни воду не пьет, не кушает. Я купила кефир, поставила его в холодильник. Сказали, можно бульон, сказали, нет, ничего. Хотя люди уже на второй день яблоки печеные едят. Юлька, в общем, будет березка, стройняшка. Да, девочка? Не хочет отвечать. Не может. Мне не хочет, а не может. Ну, спасибо вам всем. Спасибо, кто пишет, спасибо, кто звонит. Спасибо вам большое. Я еще хотела вам сказать, просьба к вам. Многие обращались, спрашивали, что с России не могут перевести. А в России открыта карточка Альфа-банка. Номер карточки будет под видео. И если у вас есть желание и возможность, помогите, пожалуйста, потому что очень много лекарств нужно, и много нужно платить врачам, очень много. Ну, Юля потом расскажет, как тут получилась ситуация. Все, большое вам всем спасибо. Надеюсь, Юлька, она сегодня садилась, ее заставили сесть. Кружилась голова, ну а как иначе? Надеюсь, чешут через 3-4 дня, Юлька будет в строю. Спасибо вам большое всем.